Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Всем привет. Там сохнет одежда, неважно. Это влогмас номер 3 или 4, я не помню. Но сегодня я еду, во-первых, в торговый центр для того, чтобы купить подарок на день рождения моей подруги, потому что я сегодня иду к ней на день рождения, потом вечером, ну точнее, это день больше, на 4 часа я иду к ней на день рождения. Сейчас у нас 11. Вот, в 11:30 где-то я, наверное, поеду уже в торговый центр, посмотрю, что можно купить, вообще подарить на день рождения. И уже потом вместе с вами, я думаю, на метро сначала я поеду. Хотя, может быть, если я не буду успевать, я возьму такси. Я решила, что я не буду как-то заморачиваться с одеждой. Я поеду вот такой бежевой толстовки, потому что она круто смотрится на фотографиях. Если мы, конечно, будем фоткаться, я не знаю. И обычные черные джинсы с вот таким вот поясом. Сейчас я еще сумочку, конечно, сложу, потому что я не знаю, возможно, я себе что-нибудь прикуплю. Если найду, конечно, что-то хорошее, возможно, новый завод есть в Бершке, либо в Пулмобире. Может быть, в Страдивариусе. Еще я делаю сережки, вот эти вот мои любимые. Я не буду долго болтать. Сейчас пойду кроссовки помою, потому что они грязные у меня. И буду выбираться из дома. Так, я уже пришла в Ашан. Выбрала вот такой вот пакет, получается, Насти. И там у меня кое-какая штука произошла, расскажу дома. На кассе, получается, в этом магазине не очень приятная, вот. Сейчас я хочу пойти обязательно покушать, вот. Потому что пакет я выбрала, у меня как бы все готово. Столько всего интересного, смотрите. Я уже прибыла домой. Смотрите, какой у меня подарок для нее. Вот такой он большой. На самом деле там не сильно много, просто не было такого среднего пакета. Были либо слишком маленькие, сюда вряд ли бы все влезло. И были вот такие вот. Поэтому я взяла такой, потому что маленьким не влезло, какой смысл. Показываю вам подарок. Я поснимала ценники, оставила только бирки. Такие вот прикольные тапочки, которые очень круто переливаются. То они как такие перламутровые. Вот на самом деле они какие-то вот такие вот, наверное, как толстовка больше цветом. На камере вообще не такое. И пижама. Мне ее там в магазине распечатали, потому что она была на Дремпеле. Вот такая вот кофточка. Блин, очень прикольная. Я все-таки выбрала пижаму с длинным рукавом. Там был выбор либо с длинным рукавом, либо с коротким. Я выбрала с длинным, потому что как бы зима. И она еще будет довольно-таки долго. И вот такие вот штанишки. Я думаю, будет в самый раз. Теперь надо это обратно запечатать. А сейчас я волшебно переоденусь. Так, кстати, тут волосы немножко выпрямила себе, потому что у нас там на улице дождь. Я специально даже поехала на такси для того, чтобы мои волосы не стали опять вот такими вот из-за влаги. Но это не помогло, они закрутились, поэтому мне пришлось их немножко выпрямить. В общем, смотрите фокус, я сейчас быстро переоденусь. Вот такой вот у меня лук, я все-таки иду вот в этом вот свитере, потому что мне понравился, он очень уютный. И я всегда хотела себе с таким горлом свитерок. Rudolph, my dear. The forecast ain't clear, so will you please light my way and lead this old man's sleigh? I said, Rudolph, my friend, once more will you lend? Итак, я не буду свое лицо снимать, у нас уже вечер. Вот, они там готовят пиццу, пока я тут тусуюсь одна, нашла гирлянду. Не знаю, рабочая она или нет, но она такая, видите, старенькая. Не особо такая крутая, конечно, не белым светит, как я люблю. Ой, боже мой, вот это мне круто сейчас будет распутывать это все. Я попросила сделать маме маникюр, потому что не хочу показывать, это ужасно. Вот, вообще в идеале бы вот это все убрать. Я надеюсь, что все понимают, что я этим заниматься не буду. Ой, оп, готово. И тут тоже, пожалуй. Сейчас будет опасный трюк. Не становитесь на такие опасные стулья никогда. Ну, не хочу я сейчас убирать, но вот этот срач мне, конечно, он раздражает. Надо будет вот это мне делать. Правда, я не знаю, какой мне маникюр сделать. Сейчас покажу, какой я хочу. Но проблема в том, что, наверное, никто делать его со мной не будет. Вот хочу я что-то типа вот такого. Но мы же все понимаем, что мне такое никто не сделает.
мы сходили в наш салон, который у нас в доме находится, и мне сказали, что типа, не, деточка, мы такое не делаем. Это слишком круто. Я кайфую с этих работ. Good. Sure, let me just sit down on my seat. Sure, let me sit down. Oh yeah. Вот не знаю, стоит ли мне себя вот в этом вот виде показывать, потому что я тут кое-что разодрала. Капец, как ужасно это смотрится. Терять время зря я не буду. Сейчас вот эти вот ногти я сниму, во-первых, которые у меня тут пооставались. Вот проблема в том, что, наверное, я их красить в этот раз не буду, потому что у меня просто нет времени на то, чтобы их накрасить. Вот, я, наверное, пойду намажу вот эту вот хрень свою. Ты же расскажешь, что у нас есть. Боже, какое оно страшное. Капец. Я начинаю. Что это такое? Стерилизатор. Уже, наверное, стоит, когда мы его покупали 7 года назад. Года. Будем продезинфицируем весь инструмент. И сегодня мы открываем... Маникюрный салон. Домашний маникюрный салон. И будем делать для... Я хотела вот эту хрень обрезать. Приводи... Нет, давай ты не будешь ничего сама резать, я сама тебе... Я уже обрезала. Сделаю. Ну тогда, может, ты сама и будешь его делать. А ты мне маникюр сам не хочешь сделать? Ну, маникюр ты сделаешь, да. Накрасить не хочешь? Дизайн этот, как я тебе показывала. Я, к сожалению, такое вообще не умею. Во-первых, у нас ни лаков нету. Вот это у нее называется лаков, у нее нету. Я не умею делать такое. Там лепка какая-то. Да лепка-то она тебе начесала, там нет никакой лепки. Это должен делать профессионал, а не какой-то там любитель. А не какой-то там мама. Да, я не снимаю, потому что у меня лихорадки поскакивали на губах. Я выгляжу, конечно, вообще, ну, совсем не очень. У меня начинают тряситься руки, только не надо кричать, что тебе больно там. Если больно, ну... Я сейчас включу Варламова, буду смотреть. Он постоянно говорит, что ему нужна анестезия. Ну, я ему больно делаю, начинает издавать такие звуки, как будто я ему там, не знаю, пальцы отрезаю потихонечку, медленно, там, не знаю. Подпиливаем ногти. Обрезали под корень их практически, да? Да, под корень. Клея у нас нету. Мы нарастить его и заклеить не можем. У меня есть, бывало. Я, честно говоря, не умею даже не наращивать ничего. Хотя у меня есть кисточка для наращивания. Просто нет ни геля, ни акрила. Купить-то можно это даже делать самим. На формы наращивать. Смотри, нормальная длина, если вот так. Под корень вообще. А это ужасная. Ну, где же она ужасная? Нормально. Ай, у меня там щипит. Ты что, до корня там вообще срезала? Уже нет. Болит тут у меня уже. Давай, терпи. Слышишь? Или тебе тоже нужна анестезия? Анастасия. Вот такой чаек я заварила нам. Сейчас заварится чай, будем его пить. Спасибо мне, что я себе сделала маникюр. Я думала, ты меня хочешь поцеловать, что закидала. Поняла. Так, ну эти пусть подсохнут, наверное. Спасибо себе, что я себе сделала маникюр. Все, я подготовила. Здесь уже есть у нас колбаса, сыр. То есть все уже намыли. Сейчас я быстренько нарежу, раскатаю тесто и засунем в духовку. Сделаем вкусный чай облепиховый с мятой, с лимоном. Заварим вкусный чай, сделаем пиццу, посидим в семейном кругу, поужинаем, пообщаемся. Ну, то есть это наш, такой, скажем, воскресный вечер. Да, и сегодня, я думаю, нам удастся посидеть вместе, пообщаться, так как выходной, времени у нас, к сожалению, всегда не хватает, его всегда мало. Но по воскресеньям мы стараемся максимально проводить времени вместе.
оливочки без косточек сразу. Диана эти штуки, она просто обожает. Скоро уже будет. Ладно, я не буду. Еще полчасика, Диана. Температура. Да? Температура? Шикарно. А, то у меня, наверное, тоже. У вас все в температуре? Нет, у тебя холодная голова. Они мои формочки такие. Не, ну у меня 37,4 пока. Начинается по чуть-чуть. А есть что-то принять, Диане? Да пока не надо, еще ж не 38. Не, ну может если какой-то пакетик у нас же должен быть, а терапию. Пакетик так не пьют, надо что-то... Чай с лимоном пила.